Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый летний сезон, а также про новое обновление номер 7. Что же включает в себя обновление? В первую очередь была добавлена новая функция — это плейлист фестиваля. А с добавлением этой функции также изменилась механика получения наград. Большинство наград из сезонных чемпионатов были изменены на более простые. Но добавлены награды за прогресс в сезоне, а также за прогресс в серии. Теперь, чтобы получить первый автомобиль, вам необходимо пройти 50% сезонных гонок. А чтобы получить второй автомобиль, вам необходимо пройти весь сезон на 100%. В принципе, нововведение достаточно удобное, как считаете вы? Следующее, что включает в себя обновление, это новые достижения, я так полагаю, для Xbox. Всего добавлено 18 новых достижений на общую сумму 500 баллов. Так как я играю на ПК, прошу рассказать пользователей Xbox, насколько полезно это обновление. Следующее, что включает в себя обновление, это 8 новых автомобилей и 6 вариантов одежды. И последнее, уважаемые абузеры багов. Разработчики добрались до всем известного эксплойта с кредитами и его пофиксили. Так что, как говорится, кто успел, тот молодец. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый летний сезон и про его изменения. На острове Fortune Island вас будет ждать 2 сезонных выходки и 4 сезонных чемпионата. Здесь был добавлен новый командный чемпионат. Называется он «Спуск по игле». За первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» вы получаете призовую суперигру. В остальных трех сезонных чемпионатах все как обычно. За первое место против драйватаров уровня «Эксперт» во всех трех чемпионатах вы получаете 3 призовых игры. На основной карте вас будет ждать пополнение испытаний. Это целых 3 сезонных выходки и целых 6 сезонных чемпионатов. В связи с последними изменениями обо всех чемпионатах рассказывать смысла не вижу. В основном за прохождение этих сезонных чемпионатов вы будете получать кредиты или призовые игры. Ну а я расскажу про самые интересные чемпионаты, за которые можно получить призы. За первое место против драйватаров уровня «Эксперт» в уличной гонке Bottom Gate вы получаете джемпер «Галактика». За первое место в чемпионате летних игр 7 серии вы получаете автомобиль Hoonigan RS200. Ну а теперь кое-что интересное. В игру был добавлен ремикс показательного заезда. В нем изменяется время года и автомобиль. В остальном это абсолютно такой же показательный заезд. Но в награду вы получаете всего лишь призовую суперигру. С чемпионатами мы закончили, теперь расскажу вам про новый летний форзафон, который продлится с 14 по 21 марта. Первое испытание называется «Ключи от Abarth». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Abarth. А чтобы выполнить испытание, вам необходимо просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Борозды не испортит». Для его выполнения вам необходимо разогнать свой автомобиль до скорости 202 км в час, что в принципе легко выполняется на любой прямой. Следующее испытание называется «Гарантия не распространяется». Для его выполнения вам понадобятся знаки «Опасно». И все, что от вас потребуется, суммарно набрать 9 звезд за эти знаки. Последнее испытание называется «Исторический Abarth». Для его выполнения вам понадобятся уличные гонки. А потребуется от вас просто выиграть в двух гонках этого типа. С испытаниями мы закончили, теперь расскажу вам о наградах. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Также здесь можно получить эпический автомобильный гудок, гитарный риф и легендарную черную рубашку, рожденный радоваться, за 150 очков. Автомобиль редкий, это Volkswagen Golf R за 750 очков. Ну и главный приз за этот форзафон — это легендарный 8-литровый Bentley 31 года за 650 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, подписаться и поддержать меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!